Ну и Лусениус под Динши Букартс. Также четвертая пятерка у Курижан. Какой момент! И, пожалуйста, 3-1. Ну как же оставили одного сейчас? Игрока рижского «Динамо» перед воротами Криса Холла. Перед воротами, простите, Ростислава Стани. Да, уму непостижимо, какие ошибки у армейцев. И Айнер Сподзинч принимает поздравления. Еще раз смотрим этот эпизод. Да, Марченко прямо на Подзинча выбил шайбу. И тот бросок не очень получился у Подзинча. Шайба, как показалось, немножко соскочила с крюка, но прям в притирку со штангой. Не сильно, но точно. И, пожалуйста, 3-1.